Всем привет! Сегодня у нас 6 июня 2015 года, суббота. Время сейчас точное московское, 13:37. Вот. Иду с теремка, с девушкой. Девушка идет впереди. Так, стой. На минутку, стой. Вот волосинка. Все, иди вперед. В кадре она фигурировать не хочет. Так что я иду за ней. Ну а как же? Ну, в общем, мы с ней хорошо отдохнули сегодня. Ночью. Леха Барыш еще Кент позвонил из Певека в 4 часа утра. У них там час ночи, он обедал, говорит, скучно мне. Дай-ка я тебе наберу. Потрещали там с ним. Говорит, сижу, кушаю, а передо мной море. Какое-то море? Северное какое-то там. Северный Ледовитый океан, говорят. Ты же мечтал жить у моря. Вот я живу у моря, говорит. Вот. У них там плюс 4 сейчас. Ну как же, кладбище тут есть обязательно. Иду на этот чудо-фестиваль Видфест. Вчера у меня не получилось попасть на видео People. Второй год подряд. Вообще жесть. Меня оставили в Оренбурге на один день. Командировку продлили. Но хоть сегодня... Иди вперед. Но хоть сегодня, думаю, все-таки попаду. Так, только направо иди по тропинке. Мы сейчас прямо в метро выйдем. Но сегодня, думаю, все-таки попаду на это чудо-мероприятие. Видеофестиваль. Будем делать и селфи с разными блогерами. Блогерами. Такими же сумасшедшими, как и я. Ну, коллеги получается. Не так холодно, как вчера. Где-то около плюс 18. Да, давай по этой пойдем. Вот. Идем же на ВДНХ, на чудо. Видфест, да? Видфест. Да, вперед. Ну что, пришел я сюда. Тут, оказывается, очередь вообще нереальная просто. Всего даже не охватить. Она идет там, аж заворачивается. И в рупор кричат, что билетов нету на кассе. Представляете, какой ужас. Но я здесь уже купил билетик себе. 599 рублей. Вот так. Зайдем, посмотрим, что здесь есть интересного. Что-то народу здесь вообще нереально. Слушайте. Вообще жесть какая-то. Время 5 часов. Пора бы перекусить на самом-то деле. А возле этого 75-го павильона Макдак-то не работает. Представляете, какой ужас. Теперь я иду к выходу. ВВЦ. И там налево тоже будет еще один Макдак. Так, ну. Сие мероприятие проходит в очень активном темпе, людей немерено, блогеров немерено. Ну, блин, к ним не подлезешь, да? Так, селфи я уже сделал. Солнце, Наташка. С Ириной Соковых. С Лешей Пчелкиным. С Юликом, вот только что. Пообщался немного с Лариным. Как обычно, он сказал, что это... Видеодневник день за днем. Чувак, которого я банил на двух каналах. Ля-ля-ля, тропа-ля. Вот. Еще с парочку подписчиков. Тоже там заселфились. Ну, в общем, нормально все. Активно ходим, бродим по этому 75-му павильончику. Так. Ну, в смысле, уже вышел из 75-го павильона, блин. Так, идем до Макдака, он где-то в той стороне должен быть, в левой. Время уже минут 15, наверное, 12-го. Вечер, дома, на балконе, за кружечкой чая. Наблюдаю, ну, уже получается, ночную панораму улицы Миклуха-Маклая.
подведем же итоги дня сегодняшнего. В общем и целом хочу сказать, что Витфест мне понравился. Хоть в начале он, конечно, мне не особо нравился, но потом, раз, два, три, четыре, пять, и понравился. Да, сделал селфи с теми людьми, с которыми хотел сделать. Все круто. Вот, что самое интересное. Часиков, наверное, 8 решил покинуть этот фестиваль. Поехать домой. Вышел уже из ВВЦ полностью. И там, когда идешь до метро, да, там стоят то индейцы, то бабульки, то там байкеры всякие разные. И уже прям последняя толпа людей, прям недалеко возле метро, что-то там показывают, они смотрят. Я думаю, ну гляну, что там такое. Подхожу, стою. Раз, чувак впереди меня такой высокий, разворачивается, снимает очки. Игорь. Я такой на него, Юра. Офигеть. Короче, это мой саппорт со школы отношений. Мы с ним зимой, когда я проходил эти тренинги, активно ходили, в общем, знакомились с девчонками, да. Уже даже после моих тренингов мы тоже пересекались, знакомились. Я говорю, о, привет. Он, привет. Я говорю, ты что, куда? Он говорит, ну я только приехал, собираюсь на ВВЦ. С девчонками, да, там, пикапитер. Я такой думаю, блин, давай, короче. Разворачиваюсь и иду опять на ВВЦ. И все, мы там 2 часа, короче, ходили туда-сюда, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, в общем, в сухом остатке у меня 2 номера телефона. Ну, девчонки такие, знаете, ну, как там говорят, третий сорт не брак, да? Троечка с плюсом. Вот. Подходов, как-то подходы я даже не считал, мы там то к двум, то туда. Ну, подходов, наверное, 10, наверное, сделал. Ой, примерно так. Ну и на этом все. Желания снимать у меня сегодня на Витфесте не было, а вот желание делать селфи с людьми было. Да. На этом все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем привет, с вами Ермоленко Игорь. Вы смотрите видеодневник день за днем. День у нас сегодня 6 июня 2013 года. Главная новость сегодняшнего дня. Я защитил свою аттестационную работу. Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видеодневник день за днем. День у нас сегодня 6 июня 2014 года.